1 июля стартовал второй тур федерального конкурса «Россия-10», который продлится до 1 сентября. В первом туре уверенно победил Коломенский Кремль. На сегодняшний день за него отдали уже более 906 тысяч голосов. Голосуете ли вы за Коломенский Кремль? Да. А как голосуете, посредством СМС или интернет-голосования? По интернету. А почему голосуете за него? Там очень красиво, и чтобы он победил. Голосуете ли вы за Коломенский Кремль? Конечно. А как голосуете, посредством интернета или СМС-голосования? С помощью интернета. А почему голосуете за него? Ну, мне кажется, это очень красивый Кремль. Я там был на экскурсии, и я буду на него голосовать. Коломенский Кремль, жемчужина Подмосковья, уверенно победил в первом туре федерального конкурса «Россия-10», заняв первую строчку среди всех номинантов Центрального федерального округа. Как и прежде, проголосовать за Коломенский Кремль можно на сайте проекта 10россия.ру или 10россия.рф. Напомним, что с одного компьютера в сутки можно проголосовать трижды. Появился и вариант СМС-голосования. Каждому объекту присваивается уникальный код, который следует переслать на короткий номер 1880. В каждом сообщении можно отметить от 1 до 3 объектов. В том числе допускается вариант с указанием одного и того же кода. Для голосования за Коломенский Кремль необходимо отправить сообщение с текстом 61 61 61. 61 – код Коломенского Кремля. Между цифрами необходимо ставить пробел. На короткий номер 1880. Количество СМС с одного телефона не ограничено. Стоимость отправки зависит от сотового оператора, но не более 3 рублей 54 копеек. Финал проекта «Россия-10» пройдет в период со 2 по 29 сентября. 10 отобранных объектов, как ожидается, будут воспроизведены в уменьшенных масштабах в Национальном парке России, который появится в Домодедовском районе Подмосковья.